квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределами мечтания этого имени. Несмотря на то, что иногда обладатели этого имени подводят нервы, и они бывают нетерпеливы или раздражительны, в основном они приятные и обаятельные, очень тактичны и перенаполнены добрыми намерениями. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. В любви часто капризны и нуждается в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Уполномоченных носить это имя постоянно выбивает из равновесия в моменты споров и острых дискуссий. Человек с гласной «я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Носители этого имени прекрасно контактируют с людьми, родившимися 1, 10, 19 или 28 числа каждого месяца. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.